Не могу пройти и оставить его незамеченным этот бар. Вернее всего, этот уголок в этой квартире. Он просто уникальный. Он не совсем такой большой, но есть что посмотреть и выпить заодно. Сам бар, барный стол, дубовый, дубовые стулья с кожаными сидушками. Здесь, кстати, еще есть и ручная работа в виде такой вот подставки. И вот здесь она тоже есть. И сверху бара. Из труб. Красивые, украшают красивые лампы в виде обезьянок. Они горят вечером, если включить. Разворачивайся, красавица. Красивый массивный такой дубовый стол. Сюда мы еще заглянем. Сюда тоже. Но сначала хочу начать вот с первой, с верхней полки. Видите, как работает лампочка? При дотрагивании контролируется свет. Итак, первая бутылка у нас французский ликер из малины, 16,5 градусов. Он очень вкусный. Это один из моих любимых. Я его обожаю. Это что-то. Джин. Идет манки, обезьяна 47, называется, 47 градусов. Итак, германский. Бутылочка небольшая, всего 500 мили, но очень вкусно, я пробовала. Следующий джин у нас 42,7 градусов, фильтрованный. Испанский, фильтрованный на оливках, розмарине и тмине. А еще и базилик есть. Интересный вкус, но не один из моих любимых. Вот этот я еще не пробовала. Джакпур, сколько у нас градусов? 43. Да? 43. 43 градуса. Лондон. Английский. Лондон. Следующий баррел, мини-баррел у нас идет, якобы нефть, но это водка, 40-градусная, потому что... Гекни. Ой, боже. Нет, не разбила. Удивительно просто. Хоть бы не разбить эту полностью коллекцию. Итак, маленький баррел у нас водка. Не знаю, кстати... О, хорошо, что не взорвалась, да? Была бы эта нефть, она бы, наверное, взорвалась. Ах, если это водка. Хотя в Duty Free покупалась. Маленький баррел. И вот, вот такой вот литровый. Тоже нефть. Водка. Крепость 40 градусов. Объем литр. Интересная штучка. Дальше у нас идет... Хоть бы не разъехать. Наверное, лучше мне достать ее, эту бутылку. Это джин премиум, 42 градуса, Испания. Не знаю. Понюхаю. Приятный запах. Мягкий. Акори. Акори джин. Так, ставим на место, на полочку. И пытаемся ничего не разбить. Так, как же мне нужен следующий ряд? О, Хенри джин. Это очень популярный. Очень популярный джин. Его все любят, не знаю почему. 44 градуса. Литровая бутылка.
Мне не нравится ирландский. Вот почему всем нравится. Потому что он ирландский. Какой-то очень-очень special. Не знаю, он и в барах, кстати, стоит недешево. Так, это премиальный какой-то шотландский джин. Ага, и вручную собран, и вручную изготовлен. Со вкусом берри, ягод и очень слабый аромат специй. Интересная бутылка. Вот так она выглядит сзади. 41,5 у нее градуса. Рок Розе. Премиум Скоттиш Джин. Осенняя коллекция. Autumn Edition. Это то, что написано, указано. Так, Эдинбург. Судя по названию, это шотландский джин. 43 градуса. Дистиллированный. И, судя по картинке, показывают, как его пить со льдом и с лимоном. Рекомендуют. Так, поехали дальше. Так, вторая коллекционная бутылка из этой же серии. Это у нас была осень, а это зима. Rock Rose Winter Edition. Так, Pine. О, со вкусом. Сейчас прочитаем. С ноткой кедра. Интересно. Интересная бутылка. Она керамическая, она не стеклянная. 41,5, 700 мили, акцизная марка UK, Англии. Хоу, интересная бутылочка. Поехали дальше. У нас виноградная водка, премиальная, сделана в Ташкенте. Градусы указаны, 40. Ну, в принципе, как и вся водка идет. 40. Следом у нас ликер из малины на основе молока. Кремовый такой. Интересно, кремовый, сладкий, очень фруктовый ликер. Ну и в продолжение полочки. У нас здесь шампанское брют, еще одно шампанское и бутылка коньяка. 40 градусов французский коньяк, 40 градусов французский, выстоян. Конечно, описание, какой семьи это, на каких виноградниках это было выращено, в каких бочках он был сделан. В общем, какой-то очень мягкий, приятный коньяк.